Это была самая быстрая покупка на свете. С меня даже не попросили денег. Белорусы, жадно. Мы сейчас просто ты молча... 5 купил? А, ну да, как бы я больше не планировал. А сколько стоит? 500 рублей 5 коробок. Так а сколько гарант? 60? Угу. Хереть. Блин, я думал что-то на корейском, а это походу на китайском, потому что я тут... Ну так это иероглиф. Все похоже было. На бога. Бога? Сальтанды. Спасибо. Нет, давайте показывать анимацию, значит, слишком быстро. Я не успеваю собрать. На что я потратил 500 рублей? Вау, надень прям аккаунт. Спасибо. О, мне Максим пишет в Телеграме. Ну капец, завел Телеграм и все. Фанаты не дают покоя. Олег, ты не дают отбоя. А тут нельзя их реролить? Не-не-не, нельзя. Залагал. Я уж подумал, что залагал. Буду какого-то дали. Нет, там только один радикал похож на бога, а вот что это? Сейчас он там называется Гантам или что? 750. Это последняя была? Это последняя, все. 50 уровень атмосферы. Еее. Все, я прошел игру. Что могу сказать? Покупайте коробки. Китайские особенно коробки не покупайте. С них ничего не падает. Зато у меня... Я уже обжег. Хотел напомнить про E6, но вот это была не китайская коробка. Это была пацанская коробка. Я за 2500 могу купить нихуя. Я могу купить Excelsior. Либо я могу все просрать на свободный опыт. Это 100 тысяч опыта. Вау. Всего лишь 100 тысяч опыта. Вся моя голда это 100 тысяч опыта. Ладно, я тебе не горю. Кстати, мне даже здесь это одноклассник написал бывший с Новым годом. Можно как-то вот, сохранить деньги? Чтобы если ты потратил, тебе не понравилось, они вернулись обратно. Нет, нельзя. Блин, все, 2022. Как добавить вообще эти стикеры? Ну, кроме того, что я могу их у вас их отбирать буквально. Давай перенесемся в другую реальность. Смешарики, мой. Мне не падает 4 звезды. Я сегодня 2 раза крутанул по 10, мне не выпало нихуя, слово нихуя. Я тоже 2 по 10. Так, подожди, я могу с Телеграма. Телеграм настройки. Это будущая детка через QR-код вошла. Новый год is fucking coming! Happy New Year, slaves! Туда не скинул, блин. А, нормально? Я это только что сейчас посмотрел, мне это Максим скинул. А чё по аниме играет? Там это какой-то быдло пак аниме. Чуть нормально. Я типа только вот это я знаю нормально. Это все сакуры. Нет, я не аква дрочу. А зачем ты фигурку купил тут? Блин, ладно. 120! 102. А, там с Мегумин. О. Так, подожди, а у меня в телефоне добавился? Да, в телефоне добавился, понимаю. Есть сэр? Нет, просто такой. Если такой мыльный мужчина. Фига, это у тебя так салюты бахают там? Да. О, Айлис. Вот она, что-то Айлис добавили. Демон нет, Наруто, воздержусь, Джоджо. Но... Как все Джоджо смотри? Потом. Я полсезона посмотрел уже это. Моб психостов это сезон. Я, по-моему, больше ничего не посмотрю. Целующаяся девушка. Мне такое надо. А нахрена? Мне надо. По какому поводу ты кидать кому-то вообще не понимаю? Ебать, пак с мать нет. Это бесполезно. Пак. Пайман. Алхимик, Леви Акерман, Наруто Чиби. А это по какому поводу кидать? По-любому? Онисян. Темная Алис, что? Такая есть? Это надо больше. Что за херня, да? Если бы я еще... Были свежи память моя о бесконечном лете, я бы поставил. Все сбросилось. Я не хочу слушать ничьи альбомы. Даже кострил. Ну чё ты пришёл? Шелфир Бладхолланд. Что это за название? Шелфир Бладхолланд? А, нифига. Пак с ней. Это имя, что ли? Да. Ну как, название? Шелфир. Это из каких-нибудь хроник? Это из Overlord. Нику бесконечное лето 2. Это просто, блядь, пак спрайтов. А столько? Что будет, только не умарно. Поиск папочки. Поиск папочки и СУС. Так тебе повезло, я хочу кушать, поэтому, наверное, можно что-то посмотреть. Я даже, наверное, знаю, что ты хочешь посмотреть. Что? Лена хочет посмотреть. Конечно.
Если у тебя был шанс... У тебя был шанс, но ты не решился. Это аниме попал, все. Капец, это смерть. Открывается. Какие анимированные животные. Ладно, давай что-нибудь еще, давай. Есть Олег, кролик Олег, малыш Олег. Енотик! Ольга Дмитрий. 13 тысяч установок, все. Да ладно. Да ладно. А со мной есть? Нет. Надо создать. Донателло. Донателло. Он же через А. Донателло. Донателло. А по-английски? Ну, по-английски. Ну, по-русски. Ой. Донателло. Да он Донателло. Да, но. Не, он Дона. Да, да. Но он все равно не находится. Донателло. Телепатия, короче. Понимаю, череп. TMNT. Покемоны. Па, анимированный аниме. Ну как так? Да и мне. Как выглядит? Не надо. Что выглядит как говно? Ой, какие-то сратые, реально. Очень сратые. Очень минималистик. Минималистик трэп. Это выглядит. Мы можем все. Наш мутик едет и не трек. Бля, а что так неудобно, такие маленькие стикеры, ни хрена не вижу с компа. Блин, мне нравится это, мое последнее сообщение из моих наушников, все это черт очень тупо крутится. Ну он же отошел в этот момент, он писал, чувак, тут что-то не так, я больше делать ничего не буду. Приходит такой, что ты наделаешь? Ты все нам сломал, ты мне все тут сломал, ты все мне тут сломал. Это... А, я вспомнил, где это даб говорил, это в стриме про сны было. Где он типа этот был, какой-то пилот межгалактического корабля, и у них там было две земли, одна нормальная, одна царапная. Помнишь ее? Нет. Блин, зачем ты надо было, короче, на него вернуться, а там... Это, и вынимает по глазам его, что он сирота, нет, без земли. Блин, он все мне сломал, говорит, рули. Я даже не убирал, когда сейчас вспомнил, так смешно стало. Посмотрел давно, год назад прошел уже, я думаю. Ты чего этому стриму? Он 18-го года. 3 года прошло. Я бы вообще, если бы не ты, не знал, что да, что делать. Нихуя себе, спасибо мне, я видел. И эта история, как он, блин, с малым общался в какой-то игре за 500 рублей. Он еще там деньги что-то скидывал или чего, он бы не вернул. Да куда-то, нахер мне еще не скидывать, говорю. Он такой, нет, ну это неправильно. Ну мне тоже было жестко, я думаю, ты че, псина? Деньги верни. Он говорил в чат про него в третьем лице. Да там вообще бред такой, как я говорил, блин, штамп не смотрел. Да, это вообще сон какой-то. Мы же не до конца вставил. Прикинь, ты постановил. Я играл в Tomb Raider 2012-2014. Ну, 12. 12 это который там она еще с буграми ходит. Ну, который, типа, пирамиды. Че, это нормально, это современно. Блин, извините. Молодая. Ладно, сейчас приду туда. Я по-другому хотел, с говым нодом. С новым годом. Подожди, Олег, останови, пожалуйста, войну. Нет, Олег, вы кого теперь выламывают. Реально ломится. Слушай, я сегодня весь день не могу.